Православные верующие отметили преображение Господне. В русской народной традиции этот праздник известен как Яблочный Спас. В этот день принято освящать фрукты и раздавать их нуждающимся. По случаю престольного праздника в Люберецком храме Преображения прошла торжественная литургия. Один из 12 великих православных праздников Преображения Господня все церковнослужители облачаются в белые одежды в память о произошедшем на горе Фавор, где молился Христос вместе с тремя своими любимыми учениками и где вскоре апостолы увидели сияющий свет, символ преображения. Мы должны исполнить завет Христов. Господь сказал: «Будьте святы, ибо Отец ваш свят. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». К этому совершенству и святости призывает нас Господь. Да просветит Он всех нам, всех нас светом Своего божественного сияния. Аминь. В проповеди настоятеля Люберецкого храма Преображения говорилось о том, что достичь сияния на земле можно и человеку. Необходимо только верить и стремиться к образу Божьему. В этот престольный праздник тут молились много и радостно, а после прошлись крестным ходом во славу Преображения. Главный народный обычай этого праздника – освящение плодов летнего урожая. Во многих православных семьях сегодня пекут фруктовые пироги и делают яблочное варенье. А еще принято угощать друг друга яблоками. Это тебе. Спасибо. На яблочный спас, так в народе называют этот праздник, пришел и глава города Владимир Ружицкий. Мы имеем право освятить сегодня плоды заморские. Но куда интереснее светить плоды свои. Многие из вас имеют какие-то дачные участки, сегодня пришли многие, именно выращенные своими руками. Что может быть милее и благодатнее? Поэтому, друзья мои, я искренне поздравляю вас с праздником. Дай Бог каждому здоровья. И пусть ваши труды на ваших земельных участках приносят вам и удачу, и благодать Божью. А благодать Божья – это благодарность Богу за собранный урожай, считают прихожане. Преображение Господне – это всегда праздник. А в нашем климате яблочный спас – это как символ, что возрождение. А потом все мы смертны. И лучше к Богу прийти раньше. Преображение Господне – это преображение своей души, своего сердца. Как бы человек должен всей своей жизнью стремиться к этому, чтобы преобразиться. И, конечно же, спаститься. Это принести плоды покаяния, исправиться. Простите меня, слез пробивает, я не могу говорить. Яна Яковлева, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение.